Всем привет, свежая распаковка, посмотрим, что внутри. Итак, это новенький квадрокоптер Yachan H8 3D, магазин Banggood. Собственно, это продолжение популярного квадрокоптера Yachan H8 Mini, который, честно говоря, побил все рекорды по продажам при стоимости около $14. Он просто обалденно летает. Я заказывал неоднократно для друзей, все остались довольны. И это именно его продолжение. Так, посмотрим, как выглядит коптер, что в комплекте. Вот такой вот внешний вид. По-моему, размер остался точно таким же, как и был. Но, насколько помню, они должны были изменить размер батареечки. Емкость 220 мАч. Разъем остался прежним. Немного увеличили батарейный отсек. И думаю, что туда можно будет установить батареечку даже немного больше емкости, так как здесь на батарейке наклеено немного поролона. Так, аппаратурка управления. Питается на двух пальчиках батареек. Далее пакетик с комплектацией, в котором находится наконец-то 4 запасных винта. Наклейки на ноги, 4 штучечки поролоновые. И стандартное зарядное устройство с разъемом USB. По поводу зарядного устройства, как обычно, все-таки не советую вам оставлять без присмотра, так как после полной зарядки аккумулятора оно продолжает подавать небольшое напряжение на аккумулятор. Поэтому, возможно, не за один раз, но за несколько раз, после того, как вы оставите аккумулятор заряжаться на ночь или на долгое время, он будет поврежден. Итак, друзья, по аппаратуре управления. С левой стороны находится кнопка, с помощью которой переключаются расходы. Доступны одинарные, двойные и тройные расходы. С помощью нажатия на левый стик активируется возврат домой. Если после этого вы двинете правый стик в любую сторону, активируется headless режим. Далее здесь у нас находятся стандартные триммеры. При нажатии на эту кнопку квадрокоптер выполнит флип. А при нажатии на правый стик он должен будет перейти в 3D режим и перевернуться винтами к низу и в таком состоянии продолжит полет. Посмотрим в полном обзоре, как он будет летать на улице, как он будет кувыркаться. А пока попробуем покрутить моторы, находясь над столом. Итак, переподключаю аппаратуру, выполняю стандартную привязку. Ватт очень резкий, резвый, даже на одинарных расходах удержать его над столом довольно сложно, так как его своим же ветром пытаются постоянно отнести в сторону. Тяга есть, давайте попробуем по так называемому 3D режиму. Как вы видите, он летает без проблем в перевернутом состоянии. Похоже, мозги автоматически определяют, что квадрокоптер находится повернутым на 180 градусов и запускают моторы на вращение в обратной стороны. Очень необычно. Соответственно, в воздухе вы можете самостоятельно перевернуть квадрокоптер обратно или же перейти в этот так называемый 3D режим. Прикольная штука, конечно. Посмотрим, как он будет летать на улице в полном обзоре. Ссылку на покупку этой модели я укажу в описании под видео. Это был краткий обзор квадрокоптера Yachan H8 Mini 3D, магазин Banggood. Стоимость этой модели около $20. При покупке вы можете воспользоваться купоном, который также указан в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал и вступать в мою группу ВКонтакте. Если у вас какие-то вопросы остались, задавайте их в комментарии под видео. Или еще лучше в группе ВКонтакте на стене. Там нас уже довольно много людей, ваш вопрос будет интересен другим пользователям. Поддержите меня лайками, репостами, предлагайте новые модели на обзор. Всем хорошего настроения и до новых встреч!